Елена Темникова была одной из первых участниц группы Сейра Броу. Артистка покинула коллектив несколько лет назад и занялась сольной карьерой. Темникова заявила, что образ, придуманный Максимом Фадеевым для всех участниц группы, был для нее невыносимым. Откровенные сценические наряды, по словам Елены, вызвали только раздражение, и она любыми путями пыталась уйти от сексуальности. Елена отметила, что сейчас самостоятельно подбирает образы для сцены. По словам певицы, лишь в соцсетях она позволяет себе публиковать снимки в купальниках. «Мне нужно, чтобы все закрыто было, чтобы я могла расслабиться. Мне нравятся многие песни Сейра Броу, но мы абсолютно разные, занимаем разные ниши. Зрители и поклонникам все равно на всех хватит», — подчеркнула Темникова. Елена поведала, что не поддерживает отношения с бывшими коллегами из группы. Артистка вспомнила неприятный инцидент, как однажды встретилась с участницами коллектива Сейра Броу. «Мы недавно пересеклись в Олимпийском, причем пересеклись так, что не было никого. Я поздоровалась, улыбнулась, со всей душой как дурочка. А в ответ такая реакция», — ФРРР рассказала певица. Темникова также вспомнила, что предупредила о своем уходе участниц и создателей группы за полтора года. Однако, по ее словам, отношения между ней и другими девушками портились все сильнее. Поэтому Елена решила заплатить неустойку для того, чтобы поскорее покинуть коллектив. В сумме, по словам артистки, было 6 000, а потом я выкупилась. Все хорошо, но я не знаю, почему такая реакция. Кто-то говорит, что я супер успешная, я не хотела больше выступать в группе, у нас накалялись отношения, хотя раньше, из года в год, мы когда-то были близкими подругами. Не хочу ссор их избы выносить, мы понимали все. Лучше разойтись, призналась Елена. Темникова поделилась, что часто ее и других девушек из группы общественность называла «поющие трусы». По словам Елены, она так не считала, наоборот, пыталась обыграть навязанный образ. «Было поведение, которого от нас ждали. Я высмеивала на сцене это. Меня понимали только очень умные люди. Мне было настолько страшно быть откровенной, поэтому я вела себя асексуально», — отметила Елена. Класс пост 484 104 подписчика.